Всех приветствую, всем приятного просмотра, вторая серия, и давайте дальше развивать наш с вами бизнес. Так, сделал я такие бег по шифту и убрал, получается, постоянный бег, потому что меня реально это все подмораживало, чересчур сильно быстро это все было. Так, давай берем топоры, посмотрим. Без вас я ничего не делал, рутинное дело. Продолжайте развивать его, что верно. Хорошо. Без вас я не развивался, не готовил. Гости ко мне не приходили, решил пару серий записать так, а потом, когда, к примеру, у нас там будет 4-5 уровень, и нужно будет выполнять вот такие задания, продать 3 супа, 4 пива. Так. Ага, ляша я могу сделать. То есть я могу сделать вот так, да? Могу здесь суп поставить. Могу здесь суп поставить. А здесь я могу поставить, получается, чисто L. Блин, прикольно. А что, я раньше этого не видел? Вот это вот. Ёб твою. Да кто такие? Ребята, кто это такие? Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, освободители пришли. Ля, освободители, еб твою. Доброго вечера, хлопцы. Вы звідки? Так, 10 хп. Это, конечно, все хорошо. А как мне малое зелье? 35. Ага. Зомбаки. Прикольно. Так, погоди. Погоди. Давай мы сюда зайдем, посмотрим. Продать мебель, продукты. А есть ли у меня что-нибудь такое, чем бы я мог бы лечиться? Вот, малозелье. Малозелье, да? Восстанавливает 25%. Использовать. Еб твою. Ага, это свои. Все. Это просто посетители. Ладно. Давай развиваться. Так, что хочу, ребят? Давай смотреть, что хочу. Каша. Да, наверное. Ага. Так, раз, два, три. Так, держи. Держи и на пиво тебе. Так, все, нямайте. Давайте, наверное, мы знаете, что сделаем. Сейчас заберем вот эти вот тарелочки. Гость пришел мимо. Нет свободных мест. Я это, конечно, все понимаю, но давайте не будем спешить впереди паровоза. Пока мисс... Я предлагаю просто по одному столику так обслуживать. Так, две тарелочки. Давай две тарелочки сейчас мы помоем. Угу, дай сюда. Пока, я думаю, нету смысла расставлять здесь кучу столов. Во-первых, я не успею это все делать. А во-вторых, пока нету желания. Хочется, чтобы все нормально у нас с вами было. И мы везде успевали. Так, отлично. Давай сюда раз. Сюда два. Эта штука пусть будет. Давайте наберем водички. Давайте наберем водички. И сварим еще каши немножко. Так, каша. Каша ячмень. У меня ячменя нету, к сожалению. Да, я вас слушаю. Что вам? Тарелку каши, да? Хорошо. Все. Приятного. Так. Давай смотреть. Ячмень есть. Нужны ли еще тарелки и стаканы нам? Я думаю, нет. Я думаю, наверное, больше нет, чем надо.
Так, что еще? Продукты. Ладно, погоди. Давай, наверное, еще ячмень за стучку возьмем. Нужно будет... Стой. Я хочу посмотреть по поводу мебель. Так, есть сундук. Угу, варильня. Полки, музыкальный аппарат. Карта мира, печь. Круглый стол. Нужен ли нам круглый стол? Как думаете, за 200? Два новых места в вашем... В нашем заведении, да? Блин, 300 монеток. Не, я же говорю, давайте пока мест тратить не будем. Сори, чувак, да. Я все понимаю. Ты, наверное, понимать у меня хотел. Ну, как-то вот так вот. Так, каша. Эль. Хорошо. Каша. Так, братюнь, давай ты... Иди отсюда. И нужно 2 Эля. А у меня как раз 2 штуки и есть. Отлично. Отлично. Всем. Так, закидываем вариться кашу. Приготовить. Закидываем вариться кашу. Что у нас по поводу Эля? 8 порций есть, да? Так. Ага, новый уровень таверны. Семена кукурузы. Вареная кукуруза. Взять. Требуется... А, у меня всего один стаканчик был свободный. Семена кукурузы. Возможно, мы сможем с вами сейчас выращивать на огороде что-то. Что это за семена кукурузы такие? Да, я вас слушаю. Суп, да, хотите? А вы хотите пиво? Ну, либо эль. Как кому удобно, так и будете называть. Так, давайте за певчанским. Хорошо, пойдемте помоем посудку. Только сейчас сначала наберем кашу. Хорошо. Здесь, по-моему, у нас грязная, да? Да, грязная. Я не помню, сколько у нас с вами бокалов было. По-моему, маловастенько, да? Если я не ошибаюсь. Угу. Хорошо. Мне нужна водичка. Интересно, а что за семена кукурузы? То есть я могу здесь... Ага, ля, ребят, ля. Да, ты... Фу, погоди. Угу, то есть мы сейчас можем выращивать это все. Да, сейчас мы с этим всем разберемся. Давайте, наверное, пока место верно мы закроем. Закроем пока нашу таверну закрытым. Вам как раз повезло. Да, для вас у нас есть 3 Эля. Окей. Так, хорошо. Раз. Ага. 2. А где еще чашка? А, вот. 3. Окей, давай наберем. Тихо, наберем. И выставим все. Все, отлично. Раз, два, три. Чтобы я просто понимал, что у нас есть, а что у нас с вами нету. Так, отлично. Давай заберем. Тут помыть. Так, и 3 каши у нас с вами еще осталось. Сейчас надо будет посмотреть по поводу семян кукурузы. Хорошо. Есть. Здесь у нас с вами... Ага, нету, да, вообще ничего. И здесь, а здесь вроде есть. Давайте варить. Бочка Эля, хорошо. Ведро воды есть. Приготовить все, пошло. Давай повесим стаканчик. Заберем вот эту вот посудку. Мы пока мест заведения с вами закрыли. Так, нужно ли тут грязь убирать? Да, нужно, да? А ее не до такой степени. Вроде и много здесь. Хотя есть. Вот у меня написано 81%. Ага, это, наверное, все-таки за
За паутинки все. Теперь должно быть чистенько. Вот тут. И вот еще здесь. Но в прошлой игре, когда мы играли, помните, там была такая функция, чтобы подсветить мусор. А здесь мусор не подсвечивается. Так что тут без понятия, где нам тут убирать нужно. Ну, возможно, здесь. Так. Ага, достаю. Все, чистенько, да? 93%. Угу, ладно, давай заберем бочку. Давай нальем. Отлично, и давай установим. Ну. Есть. Давай смотреть, где у нас еще грязно. Возможно, это посуда у нас просто грязная. Из-за этого. Хотя, думаю, навряд ли грязная посуда будет как-то влиять на чистоту в нашем заведении. Ну, мало ли. Так, шикарно. Я думаю, можно пока мне сюда все положить. И поставить. Нет ничего, да? Все хорошо. Идемте посмотрим, что у нас по поводу семян. Приветствую, путник, да. Так, расходники. Мед. Мель. А... Так, молот, факел, топор. Это у нас есть. Зелье. Ага, мебель. Продать. А я таки извиняюсь. Где наши семена? Арбалет, мотыга, семена. Семена моркови. Семена кукурузы. Дает урожай через некоторое время. Продать. Но у нас с вами ничего нету, видите? Не понял. Так, рецепты. Ага, вареная кукуруза. Кукуруза. Ведро воды. Яйцо. Мед. Вареное. Жареная кабанятина. Печеная. Ага. Так, квесты. Поговорить с торговцем. Давай поговорим. Вижу, дела идут складно. Не думаешь ли ты, что пора немного замарать руки? И о том, чтобы научиться выращивать свои собственные растения на заднем дворе таверны. Есть грядки, есть еще ствол, который окажется твоим проводником. Хорошо. Найди худого страшного парня. Найди худого страшного парня, это что такое? Это что такое? Где его искать? Ладно, пошли. Может, на улице он будет? Как думаете? Это он типа нас научит... Ага, вот где. Здорово. Добрый день. Здравствуй, пугало. А мама говорила, что я красивый. Так и есть, ты очень красивая пугала. Для того, кто наверняка... Ты прямо украшение для этого. Что за свалка мусора вокруг? Когда-то был чудесный огород. Здесь росло целое поле волшебной травы. Теперь понятно. Это было веселое время. Не сомневаюсь. А что если вернуть этому месту былое величие? К сожалению, эту траву выращивать запретили. У нас тоже, пугало. У нас тоже. Здесь можно выращивать фрукты. Можно? Правда, тебе придется как следует поработать, убрать весь этот хлам. Пожалуй, с этого и начну. Ну, удачи. Блин, я бы лучше, наверное, траву посадил бы. Ну ладно, очистить грядки от мусора. О, есть. Наконец-то. Наконец-то дождались, ребят. Сейчас будем здесь свой огородик выращивать. Не знаю, стоит ли засаживать все полностью кукурузой, либо стоит подождать. Может, реально нам семена травушки-муравушки привезут. Все. Так, очистить грядки есть. Вернись к пугалу. Давай поговорим. Привет. Здорово, пугала.
Не обязательно об этом каждый день напоминать. Работа выполнена. Да, теперь это место похоже на огород. Самое время что-нибудь посадить. Ты не знаешь, где бы мне достать семян? Но это же незаконно. Хотя я знаю пару ребят, у которых есть семена этой волшебной травы. Нет, я еще выращивать не планирую ее. Где мне достать что-нибудь другое? Что ж, жаль. Неподалеку растет дикая кукуруза. Можешь собрать ее семена. Спасибо, пойду искать. Не за что. А может, там, где кукуруза, есть и волшебная травушка-муравушка, как думаете? Так, найти семена дикой кукурузы. Может, мы тут дичку найдем, как думаете? И будем вместо таверны заниматься немножко другим? Так, предлагаю пробежаться. В эту сторону, да, показывает? Нужно пройти, да, вот вижу. Так, хорошо. Есть? Ага, один из трех. А можно мне еще подсветить, пожалуйста? Семена кукурузы. Вот еще одна и еще одна. Угу, пока мест три будет, да? Или здесь еще есть? Не, еще есть, да, смотри. Так, ты кто? Лазурный гриб. Угу. Плюс 10 хп, ребят. Вы видели? Ой, ёб твою. Кабан. Не, с кабаном я пока мисс встречаться вообще не хочу, если честно. Так что давайте назад. Тихо. Давайте назад возвращаться. Побежали. Так, все, больше ничего нет там. Что нужно? Квесты, вернитесь к пугалу. Да, побежали. Сейчас опять он меня будет подбивать, да, на это все? На это все дело. Сломанная бочка, хорошо. Так, здорово. Добрый день, пугало. Погоди, там кабанчик. Здорово, семена у меня. Те самые? Те самые. Ух ты, я даже не делся. Сажай их скорее. Не подскажешь, может здесь технология какая-то? Спахиваешь землю тяпкой, сажаешь, поливаешь лейкой. Удобрение по вкусу. Нужно много тепла и света. Но с этим проблем здесь нету. Понятно? Вроде бы не сложно. Займусь. Так, поговори с Полом. Купи мотыгом, хорошо. Пошлите покупать мотыгом. Только давайте перед этим сначала... Сначала мы сделаем вот так вот. Наберем сюда водички. Так, две тарелочки у нас, да, с вами есть? А здесь тарелочек нету. Угу, ладно. Что я хотел? Я хотел набрать воды. Так. Кабанчик, погоди. Пока мне еще рано с тобой дружить. Готовить. Пошли, чтобы у нас было певчанское всегда. Сейчас мы с вами заберем здесь мотыгу. Да, расходники. Мотыга. Есть лейка. Используйте для полива растений и ускоряет их рост. Мебель. Что есть? Плита однокомфорочная. Так, плита однокомфорочная. Мне нужно? Я думаю, нужно, правильно? Так, сундук используется для хранения предмета. Плита однокомфорочная. Блин. Погоди, давай, наверное, мы с тобой сначала сейчас вернемся, посмотрим, куда мы эту плиту поставим. Это ж у меня тоже плита однокомфорочная, плита, да. Однокомфорочная тоже здесь, хорошо. Наверное, лучше потом подождать, может, двухкомфорочные будут.
Хорошо. Отлично. Посадить семечко. Есть. Шикарно. Ага, у меня еще одна семечка есть. Так. Давай, ладно, грядку подготовим сразу же. Блин, я не знаю, стоит ли сажать еще семечку одну. Может, пусть будет. Может, реально взять сундук и в сундук все сложить лишнее. Просто хочется, чтобы так кукурузка, там еще что-нибудь было. Потому что огород там у нас маленький. К сожалению... Так, хорошо. Что тут у нас? Квесты. Купи мотыгу, всполоть грядки, посади семена, собери зрелую кукурузу. Удобрить. А чем удобрить? Я без понятия. Ага, ля. Она сама по себе растет. Ладно. Давай, наверное, мы купим себе сундучок. Возможно, сюда куда-то поставим. Либо вот сюда. Да, давай, наверное, все-таки купим. Положим туда семена. Пока я не хочу много засаживать ее. Хотя, с другой стороны, погоди. Так, что это такое? Угу, дракошки. Хотя, с другой стороны, блин. Так, буду с топором. Потому что, мало ли, сейчас опять придут. Так, кабанчик. А ну, пошел отсюда. Добрый день. Блин, а спать здесь нельзя, да? Правильно я понимаю? Кроваток у нас здесь с вами нету. Ну ладно, давай сделаем вид, что мы чем-то заняты. Так, взять. Ну, вот сюда. И как раз есть приготовить все. Шикарно. Пиво, пиво, пиво. Все, есть. Бульк. Ну что ты? Ты все еще растешь. Хорошо. Подождем. Что делать, правильно? Подождем немножко. Да-да-да, и тебе тоже. Удачи. Спасибо. Давай тогда наберем водички сейчас с вами. Вот так. Блин, может, есть кроватка? Я просто ее не вижу, как думаете? М? Так, не, пока место верно открывать не буду. Нужно будет разобраться с кукурузой, а потом уже со всем остальным. А как мне посмотреть? Ага, вот у нас чистота 90%, скорость обслуживания 92%, разнообразие 97%, опыт, репутация, третий уровень, да? Один день мы здесь... С вами играем. Чистота 90%. Из-за чего у меня чистота 90%? Кто мне скажет? Где я упускаю? Вы здесь видите какие-то грязные следы? Я лично не вижу. Может, где-то на ковре? Или может, где-то на улице? Не, ребят, вообще ничего не вижу. Что-то я здесь реально упускаю. Если подскажете, что, буду благодарен. Хотелось бы, чтобы у нас было все на 100%. Так, ну что там? Угу, собрать. Есть. А, понял. Понял, принял, записал. То есть каждый раз мы сможем с вами... Вот таким вот образом, да, делать. Понял, хорошо, ну тогда сажаем полностью все, что есть. Так, статус квесты. Вернись к пугало. Привет. Здорово, Таровещ. Это что такое выросло? Кукуруза. Вижу, что кукуруза. Должна быть волшебная трава. Но это же незаконно. Ну подумаешь, посадили бы тебя на 20 лет, а я вот сижу тут уже больше сотни лет и не жалуюсь. Знаешь, я отлично готовлю, могу приготовить тебе что-нибудь, поднять настроение.
Ладно, сейчас очень популярна вареная кукуруза. Не отказался попробовать. Новое блюдо для меня, но я постараюсь. Буду ждать здесь. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай. Посадим. Ребят, смотри. Каждый раз, когда мы собираем, у нас нету с вами семян. Окей. Так, приготовить вареную кукурузу. Давайте, наверное, мы купим еще одну печку. Ну, точнее, плитку. Там мы будем варить кукурузу, а там мы будем варить кашу. Да, привет. Привет, привет, привет. Мебель 350. Да, ребят, тратим. Все, у нас теперь осталось 34 монетки. Так что нужно будет открывать заведение и зарабатывать. Так, сейчас, секундочку. Все, пошли. Берем и ставим где-то рядышком, вот так вот. Да, стоит. Отлично. Вареная кукуруза. Вода и кукуруза. Ага, 10 штучек, а у меня всего лишь 6. И что делать? Тут два варианта. Либо покупать ее, но, по-моему, купить ее не могу. Либо где-то искать на поле. Так, привет, у тебя есть кукуруза? Посмотри, пожалуйста. Продукты, расходники, семена картофеля. Патроны. А, семена кукурузы 90, понял. Хорошо, тогда у нас открыто. Сейчас продадим вот это вот все, что у нас есть. Купим еще семена. И так, кабанчик, уходи. Купим уже семена и досажаем. Потому что 6 штучек это маловастенько. Блин. Вот не хочется здесь столики ставить, честно я вам говорю. Хочется один столик здесь, второй столик где-то здесь. И все. Где-то посередине его ставить. Ну, такое себе. Что у нас там есть? Вот еще какое-то помещение, видите? Плохо видно, конечно. Ну, щелочку что-то. Еще какое-то помещение. Здесь тоже. Что-то типа такого плана. Блин. Хотя давай посмотрим, как ты будешь. Как ты будешь выглядеть. Где-то вот здесь. Ну, наверное, не будет свистеть, да? Как-то вот так вот. Блин, не знаю. А я ковер могу? Нет, не могу. Ладно, пусть здесь пока месть постоит. Здесь на входе тоже ставить как-то неудобно будет. Возможно, вот здесь можно будет круглый столик поставить. Посмотрим. Ну что, у нас есть? Да, вот. Мадам Сисюле идет к нам. И мадам Сисюле, что у нас хочет? Ага, кружечку Эля, хорошо. Без проблем. Держим. 34. А семена у нас стоит, по-моему, 70 там с чем-то, да? Нужно посмотреть. Да, приветствую. Семена, расходники. Аж 90. Семена аж 90. Хорошо. Все, выпила. Так, а ты куда пошла? Кашку хочешь, да? На. Нямай. Нямай, зайчик. Мы пошли типа моим посудокам.
Все, помыли, набрали водички. Взяли еще Эля, поставили и смотрим на кукурузку. Да, а кукурузка уже выросла. Шикарно, 8. Да, мне нужно... Во. Как раз хватит на одни семена кукурузы. Хорошо. Кушай. Кушай, хватит как раз 95 нам на... Семена кукурузки. Как раз ее отварим, и у нас в меню появится кукурузка. Хорошо, отлично, шикарно. Давай, пошли. А точнее, побежали. Так, мужчина, что вам? Каша. Держи. Че? Кто козел? Жену пеликуську сюма. Так, погоди, давай вымоем посудку. Вот так вот. Все, умнички. Как раз две кашки у нас готовы. Так, идем. Семена. Угу. Сейчас нужно будет убрать. Отлично. Есть, есть. Ага, по 5 семян, да? Или по сколько? А, даже... По 10, ля. Вот это мы сейчас с вами кукурузы тут наварим. Все, шикарно. Вот это мы сейчас на всю деревню кукурузы наварим. Да, я вас слушаю. Чего хотели? Это вы с собой солому принесли? А? Скажите, пожалуйста. Откуда здесь солома? Да, я вас слушаю. Че это? Случаю. Я вас слушаю. После работы. Так, что вам? Кашку. Вы что хотите? Эль и кашку. Хорошо. Так, держи. Держи Эль. И держи две кашки. Так, держи. Блин, мне реально нужен этот, как его, сундук, чтобы сложить все лишнее. Так, давай, наверное... заполнить. Я ж могу заполнить? Нет, не могу. Почему? Потому что посуда грязная, понял. Так, я вас слушаю. Угу. Каша. Отлично. Ячменная. Ловите. Так, горшочек вари. Вот 5. И нужно еще водички. Что ты, братиш, как ты тут? Нормально? Блин, ну пугало мне уже нравится. Вот реально за него. За него лайкосик нужно по-любому поставить и за волшебную траву. Так. Которую запретили выращивать. Ну ничего, мы как-то попробуем это сделать, не переживай. Главное, крыца, держись меня, и все будет бенч. Кашка готова, да? Если не ошибаюсь, у нас даже там Эль был готовый. Да, есть 5 штучек, хорошо. Угу, я вас слушаю. Эль, отлично. Блин, мне интересно, а будут ли у меня тут помощники-официанты, либо не будут? Эй-йоу. Эй-йоу, эй-йоу. Так, денежка у нас немножко появилась. Давай нажмем паузу. Не-не-не, братиш, можно разворачивать его. Вот так, молодец. Сейчас мы подадим 3 элем. Раз, два, три. Так, на, держи. Все, напилась, веди себя доступно. Так что погоди, не уходи никуда. Сейчас за чисто посудку помою. И вернусь к тебе. Все, молодцы. Моем, моем труба чисто. Чисто, чисто. Так, отлично. Давай это мы тоже заберем. О, нормально. Я же говорю, напилась, веди себя доступно. Все, зайчик, погоди. Сейчас мы с тобой немножко пошалим. Сейчас за вареньем схожу.
Поиграем в малыша и Карлсона. Который держит тебя в подвале. Так. Кабанчик, привет. Ты ж на меня нападать не будешь? Я надеюсь, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Так. Давай сюда. Вот так вот. Заполнить. Хорошо. Здесь вроде тоже можем, да? Пару кружечек сделать. Воу-воу-воу. Да-да-да. Отдыхай, зайчик. Отдыхай. Ни в чем себе не отказывай. Так. Установить предмет. Хорошо. Отлично. Во. А тут у нас не хватает одной тарелочки, да? Может, докупим тарелочку? Чтобы полностью весь столик. Понял. Понял, принял. Сразу в караоке потянуло, да? Так, паутинка. Хорошо, вижу. Грязь на полу не вижу. Блин, ну откуда эта паутина здесь? А? Скажите, пожалуйста. Что это за пауки такие, что ее плетут постоянно? Ага, не достаю, да? Ну такое бывает. А говорят, размер не имеет значения. Оказывается, что имеет. Нам врали всю жизнь и все эти годы. Так, ладно, давай. Иди домой. Все, шла. Вообще заблюешь мне тут бар, я вас знаю. Так, давай собирать кукурузку. Я тоже рад тебя видеть. Ты теперь мой самый любимый персонаж в этой игре. Ой, я случайно съел кукурузку. Я не хотел, игра. Не кричи на меня. Так, побежали. Побежали варить кукурузку. Да хватит ее есть. Так, хватит. Хватит есть кукурузу. Так, 10, ну. А что не так? Угу, понял. Что-то там было не так. Да, ребят, пошлите за... Пошлите купим одну тарелку и один сундучок. Я так понимаю, наша кукуруза портиться не будет. Ну, что-то мне так кажется. И давайте вот эти 5 штучек мы восстановим себе здоровье. Привет. Продай мне, пожалуйста, сундук. За 200, да? Да, и расходники. Тарелка где-то должна быть. Где посуда? Посудомойка, не то. А я таки извиняюсь, а где тарелки? А, вот вы где, 25, все. Ты смотри мне. Так, идемте, идемте, идемте. Где-то ставить сундук будем. Давай, наверное, сундук мы поставим с тобой вот сюда. Нам же не важно, как он будет стоять, правильно? Где у него вперед, где зад? Все, давай кукуруку сюда. Есть. И давай угостим. Что происходит? То есть должна вода кипеть? Приготовить. Что-то я вообще ничего не понял. Ну ладно. Дзынь. Есть, хорошо. Так, квесты. Дайте варену кукурузу пугало. Да, давай. Привет. На, держи. Варену кукуруза. Модная новинка. Хоть это не волшебная трава, но спасибо. Приятного перекуса. Вареная кукуруза.
Как насчет вырасти немного магической травки? Давай. Только где мне найти? Давай, на ушками скажи. Понял. Так, рутинные дела. Нужно заниматься рутинными делами. А, ты не хочешь мне тарелку вернуть, не? Я за тебя тарелку потратил. Блин. Знаете, что нужно будет делать? Наверное, надо будет сверху кашу, снизу кукурузу. Третий уровень, да? Мне осталось еще немножечко, чуть-чуть. До четвертого уровня. И тогда мы сможем с вами, по-моему, что-то купить. Не помню, что у нас открывается на четвертом уровне. Давайте посмотрим. Да-да-да, приветствуем. Так, какой это? Седьмой, пятый... Может быть, выпущено в загон. Хорошо. Расходники. Четвертое зелье. Снаряд для мушкета. Арбалет. Лейка, да, будет на четвертом у нас? Да, мы будем поливать. Мебель. Что у нас по поводу мебели? Круглый стол за 200. Компостная яма. Печка используется для создания выпечки. О, вот. Двухкомфорочная. А я ж могу потом забрать мебель и продать же ж тебе, правильно я могу? Да, наверное, ж могу потом продать тебя. Вот, за сотку, за 200, за 119, 98. Угу, это хорошо. Мы потом у тебя скупимся. Так, ребят, все, всем спасибо за просмотр. Буду я, наверное, на сегодня заканчивать. Слышь, падла, ты огрызок сюда кинул? А? Говорю, ты огрызок кинул. На, держим. Так вот, о чем это? Да, всем спасибо за просмотр. Буду заканчивать. В следующей серии уже откроемся. Наберем себе немножко опыта. Как раз откроем четвертый уровень. И дальше будем с вами продолжать. Наверное, пока мисс кукурузку я трогать не буду. Сажать туда. У нас, в принципе, все есть. И кукурузка есть, да? И... Ага, ты кто? Бочка. Сусла. Думаю, можно будет ячмени купить. Для каши, для всего остального. Но сначала нужно будет это продать. А потом уже смотреть, заниматься. Так что все. Всем пока-пока. До потом. И услышимся.